Вот такая дорога у нас уже 2 недели. Сюда не могут дойти ни врачи. Пешеходы ходят в пакетике с резиновыми сапогами. Вот впереди, если видно, пошел папа с ребенком в школу. Сейчас они будут как человек-паук проползать по забору, потому что надо с этой грязи как-то выйти. И никому ничего не надо. Разрыли дорогу уже 3 недели назад, прошли дожди, и вот такое творится. Как здесь можно проходить людям, идти на работу, идти мамочкам с колясками? Как по такой дороге можно ходить? И самое главное, что никому ничего не надо. Разрыть разрыли, но хотя бы отсыпали. Посмотрите, какая лужа, какая грязь. Как здесь можно пройти людям или врачу, пройти к больному? Или маме с коляской пройтись в магазин за булкой хлеба? Или старикам выйти в магазин за пакетом молока? Как такое можно допустить?